Что может засорять легкие? Какое средство поможет очистить их от загрязнения? Смотрите видео полностью, тогда узнаете, как приготовить и как принимать простое натуральное средство для очищения легких. Легкие постоянно пропускают через себя сотнями литрами воздух, который нас окружает. Далеко не всегда мы находимся в березовой роще или на берегу моря, поэтому через легкие проходит достаточно грязный воздух, содержащий множество примесей, оказывающих на человека вредное воздействие. Частицы пыли, молекулы ядовитых смол, продуктов горения оседают на поверхности внутренней оболочки бронхов и даже могут застревать в альвеолах, таких маленьких образованиях, в которых происходит в легких газообмен. Еще добавляют загрязнение курение, при котором в легкие попадают смолы, образующиеся при горении и тлении табака и папиросной бумаги. Какие признаки загрязнения легких? Если в легких накапливаются различные вещества, которые мешают правильному дыханию, интенсивному обмену углекислоты на кислород, появляются следующие симптомы: першение в горле, сухой или влажный кашель, отделение по утрам слизистой или слизисто-гнойной мокроты, ощущение затрудненного дыхания, недостаточный вдох, то есть отсутствие глубокого полного вдоха, заложенность в груди, одышка сначала при физической нагрузке, потом и в покое, частые респираторные инфекции, формирование хронического бронхита, бледность кожных покровов с появлением румянца на щеках, некоторая синюшность губ. Все эти проявления возникают в результате дыхательной недостаточности, а значит и кислородного голодания клеток. Как можно очистить легкие? Чтобы легче дышалось, а легкие расправились и не страдали от загрязнения, необходимо предпринимать меры по их очищению. Соблюдение режима умеренной физической активности, пешие прогулки в парке, посещение лесных массивов. Отказаться от курения, стараться не находиться в прокуренном помещении. Выполнение специальных дыхательных упражнений, способствующих выделению из бронхов мокроты. Интенсивное лечение присоединившихся респираторных заболеваний, проведение тепловых ингаляций, прогревающих грудную клетку процедур. Использование отваров лечебных трав, обладающих отхаркивающим действием, солодка, мать и мачеха, ромашка. Применение специальных составов. При употреблении их происходит очищение легких, с одним из которых мы вас сейчас познакомим. Как приготовить эффективное средство для очищения легких? Для того, чтобы сделать лечебное средство, понадобится кусочек корня имбиря размером 3-4 см, который надо помыть, почистить и натереть на мелкой терке. Порошок куркумы в количестве 2 чайных ложек. 1 литр чистой, желательно прошедшей фильтрование воды. Примерно 400 граммов чеснока, почищенного и порезанного на мелкие кусочки. 400 граммов сахарного песка. Последовательность действий. Воду надо налить в кастрюлю и довести до кипения. В кипящую воду положить сначала чеснок, потом имбирь и куркуму, и в последнюю очередь сахар. Варить при медленном, неинтенсивном кипячении, пока не выпарится половина жидкости. Когда объем уполовинится, надо снять с плиты. Перелить в чистую банку. Когда все остынет, поставить смесь в холодильник. Принимать надо по 2 большие обеденные ложки утром натощак. Можно использовать это очищающее средство даже 2 раза в день. На фоне использования полученного лекарства постепенно пройдет кашель и одышка, улучшится цвет лица, появятся силы и энергия. Если появились симптомы загрязнения легких, стоит попробовать. Напишите нам под этим видео, что вы думаете по этому поводу. А чтобы не пропустить новые познавательные ролики про здоровье и долголетие, подписывайтесь на наш канал. При нажатии на колокольчик не забудьте отметить, что хотите получать все уведомления. Здоровья вам и долголетия!